С тех пор, как я не был здесь. Это Халхин-Гол, река у восточной границы Монголии. Тишина. Она настораживает меня до сих пор. В 39-м здесь шло кровопролитное сражение. Это было давно, но память всегда возвращает меня к тем далеким дням. Мир рушился. Пала республиканская Испания. Японские милитаристы вторглись в Монголию. Началась необъявленная война. На помощь братскому народу день и ночь шли подкрепления из Советского Союза. Я вернулся из Испании год назад и был послан в Монголию командиром особого секретного отряда. Я хорошо помню, как тогда, в 39-м, машины неслись по подмосковному шоссе. Thank you.
Ну что же, начнем? Да, пожалуй. Товарищ комкор, прикажете начинать? Волнуйтесь, Николай Петрович. 39-й год для меня счастливый. Давайте начнем. Есть. На вышке готовы? Готовы, товарищ комдив. Экипаж, за мной. Буров здесь? Здесь, товарищ комкор. Попросите ко мне Бурова. Слушаюсь. Товарищ комкор, батальонный комиссар Буров явился по вашему приказанию. Одну минуточку, товарищ Буров. Соедините меня со вторым. Есть. А почему не стреляют? Стрельба со второго захода. Не на прямой передаче идут? Да, товарищ комкор. Прошу вас. Спасибо. Товарищ Буров, вас информировали в наркомате о положении на монгольской границе в районе реки Халхин-Гол. Только в общих чертах, товарищ комкор. Провокации на границе. Неизвестно, чем эти провокации кончатся. Вот ваш отряд. Осторожно! Не зашибли, товарищ командир? Ничего. Пишем снова. Убери высокие. Еще раз! Развернись и... Развернись и ближе! Внимание, развернуться и подойти ближе. Пишем снова на исходную позицию. Ой, ее только не суйте, воробушек. Я вам не воробушек, я вам товарищ командир Воробьев. Ну какой ты командир? Командир не ты. Вон где командир, видишь? Вот один из них командир. Товарищ Буров. Да? Учтите, звук новых моделей резко отличается от существующих. Еще разок, товарищ командир! Давайте. Ваш отряд может сыграть очень большую роль, особенно до подхода главных сил. Вы меня понимаете? В общем, понимаю, товарищ комкор. Константин Васильевич, не волнуйтесь, все будет отлично. У нас несколько иное ощущение. Отлично, отлично все будет. Вы назначаетесь не только командиром, но и комиссаром отряда. Работать придется в условиях постоянного риска. Личный состав укомплектован. Переводчик с японского присоединится в Иркутске, Сергей Иванович. По прибытии на Халхин-Гол обратитесь к бригадному комиссару Николаеву. И еще раз. Полная секретность. Отряд примите на погрузки. Желаю успеха. Спасибо, товарищ комкор. Только одна платформа с вашими грузовиками, да? У меня секретный груз. А у меня весь эшелон секретный. А? Пока все вагоны не загрузите, я... Отряд, становись! Пока все вагоны не загрузите, я разрешения не дам. Равняйсь! Смирно! Товарищ батальонный комиссар, спецотряд выстроен. Старший техник лейтенант Воробьев. Больно. Больно. Они оглохли, товарищ командир. Всю ночь аппаратуру испытывали. Это пройдет. Рядовой Зайцев, мобилизованный с первого таксомоторного. Гимнастерку известью травили для форсу. Так точно, товарищ командир. Сменить гимнастерку. Старшина Глушков. Сверхсрочник. Так точно. Техник лейтенант Озерцова. Имя? Лена. Батальонный комиссар Буров. Из Пуры сообщили о вашей просьбе взять дополнительного оператора. К сожалению, это невозможно. Техник лейтенанта Зерцова и я единственные специалисты в этой аппаратуре. Отправление в 23:40. Никаких провожающих. Для родных длительная командировка. Сбор в 23:00. Продолжайте работать. Ну как тебе, командир? Воробушек? Я вам не воробушек. Сколько раз повторять? Водитель Зайцев! Да. Сменить гимнастерку. Вы
проехали две географические зоны, Европу и Азию. В вагоне я познакомился с капитаном Осипенко. Простите. Разрешите помочь? Спасибо, не надо. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищ. Очевидно, кто-то собрался на бал. Капитан Осипенко, откомандировано ваше распоряжение. Буров, садитесь, пожалуйста. Спасибо. Что вы так смотрите? Знакомлюсь. Вот мои документы. Я их знаю. Так, значит, еще одна женщина в отряде. А вы что, жена ненавистник? Почему же? Просто мне никогда не приходилось командовать женщинами. Учитесь, это может пригодиться в мирных условиях. Вы так полагаете? Конечно. Воробьев. Слушаю вас. Проводите капитана Осипенко. Спросите, не желает ли капитан чаю. И вообще, проявите галантность, ясно? Так точно, товарищ капитан-комиссар. Спокойной ночи, капитан. В этих машинах уникальная звуковая аппаратура. Что бы ни случилось, она должна быть цела. Водитель Зайцев повесил на ветровое стекло звездочку. На счастье. Я не верю в приметы, но мысленно пожелал счастья Зайцеву и всем нам. Мы доехали до границы Монголии и двигались потом до Улан-Батора без остановки. Граница. Дождь, и ничего не видно. Подряд! Свидание, родина. Прошу учесть. Разница во времени 5 часов. Открыт! Шагом! Марш! Закрыт! Братья и сестры, внешней Монголии, возвращайтесь все обратно на юг. Возвращайтесь. Брось это. Идем, куда шли. Кочевники идут дальше. Так, понял. А-а-а!
из школы. Вчера зенитку поставили. Их сейчас везде ставят. Ваши мысли далеко. У меня каникулы. Скучно. Дети давно разъехались. Поговорите со мной. У вас есть дети? Много, целый класс. Вы стали совсем рассеянным. Совсем стал рассеянный. Вчера очки оставил. Что пишут в старинных книгах Тархагуа? История монголов, баргутов, манджур. Познаете души народов? Как звучит слово «цветок»? Слушаю. Цветок? Да. А на каком языке цинцурен? Тарху. А, да. Слушаю. Тарху. Хорошо. Что случилось? Ничего. У вас другие глаза. Меня вызывают в военкомат. У вас броня, Тархугуа. Вы ученый. Вся наша страна воюет. Значит, и я понадобился наконец. Но вы же не годитесь для войны. Вы не вернетесь. Оставьте мне все это. Я сохраню. Вы хорошая девушка, Цинцурян. С первых чисел мая японские милитаристы продолжали постоянные провокации на восточной границе в районе реки Халхин-Гол. Провокации сопровождались нарушениями границы и боевыми действиями. Монгольские части совместно с советскими соединениями ведут боевые действия против частей японской армии и входящих в ее состав баргутских подразделений. На сегодняшний день японским захватчикам удалось, форсировав реку Халхин-Гол, закрепиться на ее западном берегу. Ведутся ежедневные бои в воздухе с превосходящими силами авиации противника. Кавалерийские части монгольской армии и моторизованные соединения во взаимодействии с пехотой отражают беспримерным мужеством атаки превосходящих сил противника. Весь монгольский народ вместе с пришедшими к нему на помощь советскими войсками стал на защиту своей земли. Что ты мне предлагаешь? Какой отряд? Спецотряд. Ю, у меня же кавалерийский полк. Пойми, я привык шашкой воевать. Не пойду. Под трибунал пойдешь. Здравствуйте. Вы товарищ Дорж-Цурен? Полковник Дорж-Цурен. Знакомьтесь. Переводчик отряда Тарху. А это ваш начальник. Очень приятно. Разрешите? Да, пожалуйста. Командир отряда батальонный комиссар Буров. Полковник Дорж-Цурен. Оператор Воробьев. Оператор Озерцова. Капитан Осипенко, переводчик. Майор Гелек. Много лет служил на восточных границах. Кончил академию в Москве. Знает баргутский, цахарский. Отрядный переводчик Тарху. Ученый, знает языки, быт, травы. Насколько я понимаю, будем работать вместе. Осипенко. Тарху. Майор Гелек очень рад новому назначению. Мне еще не приходилось командовать женщинами и учеными. И мне тоже. У нас мало времени. Коротко положение на фронте. Здесь японские позиции на восточном берегу Халхин-Гола. Это позиции наших войск. Это Хамардаба,
Это там Цак-Булак. Вот место вашей основной стоянки. Госпиталь, штаб, типография, ремонтные мастерские. Основные части еще в пути. Работа вашего отряда особенно необходима именно сейчас. Теперь уточним маршрут. В интересах безопасности отряд должен миновать населенные пункты. Здесь отделяется от колонны, идет по тропам. Ну, Гелек знает все. Начальник штаба, доложите обстановку. Противник пытается закрепиться у высоты Фуи. Наше превосходство. В пехоте 10 к 1, артиллерии 3 к 1, танки 2 к 1, авиации 3 к 1. Начальник снабжения. Боеприпасами и горючим обеспечены полностью. Заканчивается подвоз леса. Начальник разведки. Агентура приступила к действию. Используются русские мигранты, устанавливаются ложные ориентиры, отравляются колодцы. Полагаю, что каждый из присутствующих понимает ответственность задачи и выполнит свой долг. Военная операция должна быть проведена скрытно и стремительно. Все. Только лошади едят зимой. Это девушка, оператор. Как ей имя? Лена. Незамужняя, кстати. Я об этом не спрашивал. Воробушек за ней ухаживает. Кто это Воробушек? Второй оператор Воробьев. Да-да. Держись за руль. Это точно. А на Арбате газировка шипучая, со льда. Вы давно знаете Бурова, командира? Совсем не знаю. А что? Нет, ничего. Я сяду за руль. Прошлое – неиссякаемый родник познания. Из этого родника все пьют ту воду, которой они достойны. Неужели тебе не хочется пить? Прости, вода кончилась. Вода! 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 Вода!
Товарищ, товарищ командир, товарищ. Колодец, вода. Пусть снимает. Скорее, пусть скорее. Не пейте! Конь пил? Да. А ты? Нет. Вода отравлена. Товарищ командир, а в радиатор это можно? Испарение. Эх. Интересно, кто же это постарался? Диверсанты. Как зовут тебя? Айдов. Откуда? Гнал скот в армию. Отец заболел, сам гнал. Теперь домой ехал. Нужна вода. Поможешь нам? Дым видел. Недалеко. Может, кочевье. Хорошо. Поедешь с нами. Покажешь. Пойдем. Пойдем, пойдем. Вчера убили моего внука. С самолета убили. Внука у него убили. Пожалуйста, спасибо. И наши сыновья ушли. И вы идете воевать. А эти женщины тоже воевать будут? Да, будут. Всем придется воевать. И русские братья пришли на помощь. Пусть наша земля будет им родной. И если кто из русских братьев погибнет, мы накажем внукам и правнукам нашим вечно помнить о них. И это будет наш долг стариков. Больше мы ничем не можем помочь. Спасибо. Спасибо, мы тронуты вашими словами. Мы знали, что едем к друзьям. Угу. Спасибо вам. Нам пора ехать. Да. Счастливой дороги. Удачи вам на войне. Выходите. Так, прибыли. Товарищ Буров? Так точно. Я Николаев. Немедленно задание. Это невозможно. Водители не спали двое суток. Приказ главкома. Майор Гирек. Слушай. Здесь район песчаных сопок. 3 километра левее расположения 2-й кавалерийской бригады. Вас встретят. Задание получите на месте. Я... Люди измучены. Приказ главкома. Немедленно выезжайте. Гирек, стройте людей. Отряд, стройся. Выезжаем на задание. Дайте людям хотя бы час отдыха. Капитан Осипенко, разговоры. По машинам. Так мы выехали на наше первое задание. В небольшом чемодане с пластинками помещалась вся мощь армии. Гул сотен танков, рев самолетов. Помню, как в штабе только улыбались, спрашивая: «Роту танков изобразить сможете?» Я ответил: «Сможем и батальон. Приступайте». И мы приступили. Пора. Готов.
Как у вас, Озерцова? Я готова, товарищ командир. Девочка, если кто-нибудь вам скажет, что не боится смерти, не верь. Принимая огонь на себя, мы спасем сотни солдатских жизней. Гелек и я всегда рядом. Я знаю, полковник. Спокойно, спокойно, Зайцев. Дать звук! Танки на той стороне. Знаю. По данным авиаразведки, ближайшие танковые части. Двухдневный марш отсюда. Давно идут? Давно. Не меньше батальона. Если они начнут наступление... Усилить наблюдение. Слушаюсь. Алло. Да, господин полковник, танки на той стороне. Сатоми, да. Почему вы здесь? Да. Ухожу, ухожу. Да? Непонятно, откуда же здесь танки? Разведчик, мой лучший ученик, не должен задавать таких вопросов. Приказано начать обстрел. Да. Я в штаб. Продолжайте наблюдение. Слушаюсь. Да. Совершенно непонятно. Пал, все в порядке. Ага. Все в порядке. Как у вас? Нормально! Невозможно работать, комары! Молчат. Почему молчат? Разгадали? Ну, вряд ли. Слушаю, товарищ командир! Глаза! Глаза! Землей засыпало! Спокойно! Спокойно! Возьмите себя в руки! А ну-ка! Вот и все. Аппаратура была цела. Если бы не степной буран, наш дебют можно было считать удачным. Со временем мы привыкнем и к буранам, и к пыльным бурям. В ту ночь после первого обстрела мы решили переждать непогоду. Поехал! Загоняй машины во двор! Давай, давай, поехал! Здесь кто-то есть, чьи-то лошади. Пойду посмотрю. Кто такие? Будем поклоняться и прославлять. Уничтожим здесь. Везу больного отца Вандерхан. Чем болен отец? Этого никто не знает. Там все написано. Рад видеть добрых путников и предложить им укрыться от ветров. Отцу, наверное, стало лучше. Выйдите из комнаты. И вы тоже. Что думают путники о большой войне? У путников более скромные мысли. Они думают о мире. Ну что? Сыновняя почтительность хранит мир. Государство – семья. Мы – дети ее. Дети покорны, семья спокойна. Отец безумен. Древние философии смешались в его голове. Не нравятся мне эти люди. Гелегу видней. И буран не унимается. В походной аптечке есть валерьянка. Ваша ирония неуместна. Тревожная ночь. Таких ночей будет много. Но это первое. Так дело пойдет, товарищ командир, никакой резины не хватит. Осколки ночью голубым светятся. Не подумай, что опасно. Танки вброд села. Как у вас дела, лейтенант? Все в порядке, товарищ батальонный комиссар. Забивание кольев трещины. Вальс на сопках Маньчжурии цела. Так все пластинки перебьют.
Лена. Отставить. Проезд колонны грузовиков цела. Обыкновенная ночь, капитан Осипенко. Советую вам отдохнуть. Берем самого умелого из всех людей. Будем преклоняться и прославлять, уничтожим 10 вшей. В каждом из нас эти вши – любовь и добродетель, гуманность и бескорыстие, и потом исполним волю его и то, что повелел он нам беспрекословно. Плохие слова. Лигийский трактат и конфуцианская философия. Я поняла. Возьми. Мой отец дарит тепло. Он не желает вам зла. Те, кто желает зла, держат язык за зубами. Эта женщина врач? Нет. Мне не нравятся эти люди. Почему они здесь? Плохие люди. Гелек! Гелек! Лужков, фары! В чем дело? Фарид набросил на очаг халат и скрылся. Ой, через дымоход! Не стрелять! Мать честная, перерезали бы всех ночью. Старика мы так и не поймали. Буря утихла. Мы сдали пленного и вернулись в лагерь. Ты где воевал? В Испании. Год прошел, вот опять. Товарищ командир, чайку. Соскучился я по полку. А он где-то здесь воюет. Вечный воин. Я и живу в полку. В каких частях ты в Испании был? Всюду пришлось. Советником был. И в штурмовой бригаде. Я не сплю. Трудно нам будет. Отряд не обстрелянный. Почему? Осипенко орден имеет. Павел, жена у тебя есть? Погибла в Мадриде. Радистка. Извини. Собери сухие травы, обломки веток и сучьев. Воин, водитель душ, разожги костер. Протяни руки к пламени. Что это? Старинное монгольское слово «другу». С этого дня мы выезжаем на задание каждую ночь. Все задания отличаются лишь одним. Больше или меньше нас обстреливают. Начинаем привыкать. Вчера изображали звук танков, сегодня переброску колонны машин. А настоящие танки, техника и войска еще только движутся к фронту. Пока их мало. Мало, чтобы победить врага. И мы работаем. Мы должны выиграть время. Однажды меня вызвали к главкому. Поздравляю вас с успешным выполнением задания. Благодаря вашей операции противник сосредотачивает силы на выгодном для нас участке. Эффект от вашей операции оказался большим, нежели мы ожидали. Потери есть? Нет, товарищ главком, аппаратура повреждена. А вот листовки, которые вы будете передавать, не очень удачны. Они должны быть более простыми и доступными. Поговорите с пленными. Понял вас. Товарищ Буров, берегите себя и людей. Я думаю, товарищ Буров это понимает. Так же, как должен понять и то, что задание особое.
Я понял это, товарищ главком. Да, но их отряд сейчас просто незаменим, особенно сейчас. Прошу вас учесть еще одно обстоятельство. Отрядом заинтересовалась контрразведка противника. Имейте в виду, за вами будут охотиться. Скажите это Гилегу. Есть. Разрешите идти, товарищ маршал? Идите. Я могу быть свободным. Можете. Нас ждут начальники штабов. А потом я мечтала стать балериной. Не пропускала ни одного спектакля в театре. Мне все время снились аплодисменты. Я танцевала, танцевала во сне. А мечты не сбываются никогда. Он стоит Воробьев, смотрит на нас и мечтает. Наверняка о вас мечтает. Пусть мечтает. О каждом из нас кто-нибудь мечтает. И о вас тоже. Обо мне мечтает мой полк. Я ведь тоже не думал, что стану военным. Хотел рисовать степь, закат, быстрых лошадей. Вот уж не думала, стремительный Гилек, и вдруг художник. Вы даже в штатском всегда будете казаться военным. Ну, а вы даже в форме похожи на балерину. Лошадь без всадника. Да, лошадь воина. Куда же она теперь? Лошадь всегда находит свой дом. Заждался ваш воробушек? Да это вовсе не мой воробушек, Гилек. О чем вы задумались, Терху? Почему нет письма от Цинцурена? Ничего, напишет. Ночью имитируем саперные работы в расположении 23-й бригады. На рассвете передача обращения. Я знаю. Между прочим, могли бы попросить. Спину пришили, а гимнастерку стирать пора. Некогда. Воротничок пришить некогда. Стирать некогда. Неорганизованный вы человек, товарищ командир. А людей дисциплине учите. Что же вы не сказали, что были в Испании? Как я туда стремилась? Не пустили. Гвадараха, Мадрид. Когда мы отступали, я не думал, что уходим навсегда. Шел и плакал. Понимаете? Плакал. Это были лучшие дни моей жизни. Когда-нибудь и Холхенгол мы будем вспоминать как лучшие дни нашей жизни. Здравствуй, Курносик. Пишу перед выездом. С монгольским приветом к тебе и всему коллективу. Жив-здоров. Монголия страна большая, вроде поля, без травы. Люди здесь симпатичные, а по Москве скучаю. Жениться все еще хочу. Но кандидатур, кроме тебя, нет. Вожу монгольского командира. Ко мне прислушивается. Дороги здесь хорошие, куда ни едешь, все дорога. Баэрта, что по-монгольски. До свидания. Товарищ майор, нам пора ехать.
Я ухожу в полк. Это мои солдаты. Я обязан быть с ними. Товарищ майор, мы должны выполнить приказ. Вы хотите сорвать задание? Хорошо. Догоните его. Найдите хоть пару человеческих слов. Это его солдаты. Нехорошо, комиссар. Научите меня. Подождите. Вы же кадровый военный. Я прежде всего человек. Пойдемте. Нас уже ждут в машине. Было начало августа. Стояла жара. С этого дня мы начали передачу обращений к противнику. Новое незнакомое дело. Мы подъезжали совсем близко к окопам врага. Это был большой риск. Братья Баргуты и Цахары, слушайте нас! Баргуты и Цахары, слушайте нас! На той стороне. Московский народ не хочет войны. Война не нужна ни вашему народу, ни нам. Сохраняйте наши листовки. Накалывайтесь на штыки винтовок. Это будет служить пропуском при переходе к нам. Японские солдаты! Японские солдаты! Слушайте нас на той стороне! Слушайте нас на той стороне! Возвращайтесь на родину! Вас посылают... Диктор! Диктор противника! Сколько идет передача? Уже 20 минут. Женский голос. Это что-то новое. Сатоми, почему вы опять пришли на позицию? Да, он постоянно появляется пьяным, господин полковник. Как настроение в баргутских частях? Настроение хорошее, господин полковник. Это не так. Настроение сомнительное. Читают листовки, слушают этот голос. Эй, Азимут! Азимут! Заменить не работает, а слушает. Неужели их так трудно накрыть? Они постоянно меняют свои позиции, господин полковник. Слушайте! Слушайте, Баргуты и Сахары! Слушайте нас! На что стороне. У тебя? Разбились очки, придется рейс! Продолжай! Хорошо! Война не слишком близко взрывы, невозможно работать! Сейчас не сделаем! Не слышно ничего! Глушков, прибавь обороты! Аю, форсаж! Это будет служить пропуском, что переходит к нам! Аппаратура перегрелась, я выключаю! Зайцев! Звук! Пропал звук! Проверить линию! Сейчас! Терху ранен! Ранен Терху! Баргута и Цахары, вы ранили своего брата! Слушайте теперь меня! Быстрее группу! Тампон! Тампон! Растяжку! Вторая группа! Какая группа? Какая группа, я спрашиваю? Вторая! У меня вторая! Ложись! Да не сюда, не сюда. Шура, я приказал всем выйти. Постороннему идти. Начать переливание. Шура, вы наступили мне на ногу. Пульс. Пульса нет. Пульс? Нет пульса. Как самочувствие, старшина? Хорошее. Молодец. Пульс? Пульса нет. Ты знаешь, мне кажется, он умрет. Гелек, Воробьеву нужно пройти к Терху. Хорошо. Потеря крови слишком большая. Сан больного. Здравствуйте, Шурочка. Здравствуйте, спасибо. Водитель Зайцев назад. Извините, товарищ майор, вы не знаете такого Терху? Он носит очки. Может быть, и знаю. Если увидите, передайте Цинцурен здесь. Хорошо. Нина Сергеевна, что у вас за настроение? Ранение Терху первое, потеря отряда. Я уверена, не последнее. Почему нет перебежчиков? Послушайте, командир, вам не кажется, что мы работаем впустую?
Вы убеждены, что нас слушают? То есть как? Павел, разреши мне остаться с Тархун. Хорошо, мы за тобой заедем. Спасибо. Озадачили вы меня. Интересно. Удивительная доброта, почти нежность при внешней суровости. Между прочим, кадровый военный. Это вы о ком? О Гелеге. Нина оказалась не права. На следующий день мы узнали, что баргутский батальон перешел на нашу сторону. Мы смотрели на идущих, еще не веря, что это победа. Но это была победа. Наша победа. Как вы могли у Байн-Сагана проглядеть целую танковую бригаду? Вам не жарко? Наоборот, холодно, генерал. У меня лихорадка. В частях баргутов и манчжур участились случаи дезертирства. Мой генерал, с той стороны усилилась пропаганда. Русские забрасывают листовки, а теперь еще голоса. Эти голоса раздаются в различных участках фронта. Странно. Появились танки, и эти голоса теперь. Мой агент с той стороны доложил о появлении двух машин непонятного назначения. Я усматриваю связь между звуком танков и этими голосами с той стороны. Опасные голоса. Да. Займитесь ими, полковник. Слушаюсь, мой генерал. Я недоволен вашей работой. Скучные лица у солдат. Совершенно верно. Но на основном направлении, в 149-м полку, разведка действовала хорошо. Судя по донесениям командира полка майора Ремезова, 19 и 20 августа все младшие и средние чины у японцев должны получить воскресный отпуск. Значит, два дня на фронте будет тишь и благодать. Это надо как-то использовать. Слушаю. Чойбалсан. Несомненно. Подготовьте материалы, выносите на заседание Совета Министров. Звонили из Улан-Батора. Народно-хозяйственный план на будущий 40-й год. Вот закончим операцию и займемся им. Значит, товарищ Чойбалсан, начнем в ночь на 20-е. Согласны? Ждать больше нельзя. Решено. Нам, кажется, удалось скрыть подготовку к наступлению. Кстати, командирам, производящим рекогносцировки, надо выезжать только в красноармейской форме. Но рельеф местности крайне тяжел для наступающих войск. Крайне. Да, операция будет нелегкой. И многое теперь зависит от внезапности. Но я считаю, что она продлится не более 10 дней. Если, конечно, не возникнет никаких непредвиденных трудностей. Знаете, о чем я сейчас подумал? То, что происходит здесь, на Халкинголе, это только генеральная репетиция к большой войне. Возможно, к мировой. Рим, Берлин, Токио. Да. Разрешите доложить? Да. Прибыли представители родов войск и член военного совета. Просите. Печатать в одном экземпляре без копирки. Есть, товарищ главком. Зайцев, Алеша!
Тебе письмо пришло. Где оно? Там. Айду. Алёша письмо получил. Воробьёв, Алёша письмо получил. Как, идёт? Кому ещё письма, Тарху, есть? Нет, только Алёша. Айду! Опять не выспимся, работу сапёров изображаем, кавалеристам звук танков, два обращения, да, ужасная ночь. Вам бы актрисой стать. Я и хотела. Вы идите, идите, редактируйте, я сама развешу. И вообще меньше надо собой заниматься, вы ведь на фронте. Послушайте, Нина, ну что вы всё время ко мне придираетесь? Настя, вешайте, пойду работу закончу. Письмо пишите. Мне некому писать письма, товарищ командир. Я обращение отправлю. Я в штаб. Опять задание. Не успеем. Успеем. Должны успеть. Работы много. Отряд один. Зато какой отряд? Письмо получил. Мы что ж, совсем одна? Совсем одна. Сама виновата. Характер неуживчивый. Почему же? Характер нормальный, женский. Сколько вам лет, товарищ? Стоп. Вернулся из Испании. Пустая квартира, пыльные шляпки жены. И понял, что мне 100 лет. Зачем же так мрачно, товарищ командир? Пожалуйста, не называйте меня командиром. Командир я только в строю. Для меня вы всегда в строю. Баргуты и манжуры, слушайте Быстрее нас! Быстрее заканчивайте передачу! Отбирайте листовки, которые мы вам бросали. Они послужат вам пропуском, если вы захотите перейти на нашу сторону. Листовка, накопанная на штык, сохранит вам жизнь. Кончайте войну, навязанную вам. Слушаю, господин полковник. Это по вашей части. Сатоми, опять вы здесь? С этим надо кончать. Поедете в Харбин, найдете проводника. Создадите группу. Отряд захватить или уничтожить. Выполняйте. Будет исполнено, господин полковник. Угу. Братья Баргута и Цахары, до каких пор будет вестись это братоубийственное... Это здесь. Русский работает топером. Вы его сразу увидите за роялем. Понял. Зачем ты мучишь птицу каждый день? Понял, что они нас раскусили, и мне пришлось бежать через дымоход. Очевидно, это тот самый отряд, который вы хотите уничтожить. У них две крытые машины. Возможно. Рада видеть уважаемых гостей. Погода плохая. В плохую погоду здесь сыро. Трубки, девушек. Где пианист? Только не этот, другой, с красивым лицом.
Все русские на одно лицо. У пианиста контракт, мне надоели его постоянные исчезновения. Я думала, вы пришли отдохнуть. Это его девушка, и обоза где-нибудь здесь. Прелестная китаянка. Вам нравятся наши девушки? Где Обозов? Я спрашиваю, где Обозов? Откройте. Сюда нельзя, здесь гости. Откройте, я сказал. А, майор Сатоми, и вы здесь. Он тут? Открывайте. С вашим лицом. Ничего. Догадываюсь, зачем вы пришли. В последний раз я еле унес ноги. Расскажите о машинах, которые вы видели на той стороне. Две машины, крытые брезентом. Все верно, те же машины. Нам нужен проводник. Сочувствую. Только проводник. Почему именно я? Потому что вы видели эти машины. И вы русский. Нам нужен человек в красноармейской форме. И кроме того, ваш вид на жительство кончился неделю назад. Его могут не продлить. Курите? Нет. Снижает тонус. Когда ехать? Сейчас. Только утром. Прошу извинить. Куда заехать? Сюда. Быть готовым к 6. Не пить, не курить, выспаться. Мы не знали тогда, что японская разведка занялась с нами всерьез. На фронте стояло затишье. Так его что же? Под водой строить будут? Мост стоит? Под водой. И совсем не видно? Совсем. Подводный мост, маскировка. А как же ехать-то? По ориентиру. Это хорошо, за колонной проехать можно. Первые поедем. Как первые? Товарищ Глеб, это пусть Глушков едет. Он человек опытный, сверхсрочник, а я что? А ты не трусь. Подъедем к мосту, сам за руль сяду. А. У вас прав водительских нет. У меня есть обязанности. Нина Сергеевна, у меня к вам разговор интимный.
интимный. Вряд ли я смогу вам помочь, Коля. Лужков, осторожней! И так осторожно, товарищ командир. Мне необходимо совершить подвиг. Войдите в мое положение. Тырху вел передачу раненый. Лужков отдал кровь. А я что? Вот убьют, тогда она поймет. А если не убьют? Удивляюсь я вам, Нина Сергеевна. Вот вы женщина, а я, простите вас, в платье представить не могу. Я не ношу платьев, Коля. Товарищ командир, помните, вы мне флягу подменили? Когда колодцев-то не было. Я ведь заметил. Пить очень хотелось. Вы простите. На фронте затишье. Середина августа. Весь день шел дождь. И к вечеру он усилился. Товарищ командир, похоже, что заблудились. Да нет. Там что? Должны быть развалины, чуть в сторону взяли. Останови. Ну что ты скажешь, опять прокол. Что случилось? Да вот, спустила. Латанные, перелатанные от осколков. К утру должны быть на месте. Если дождь кончится, часа за два доедем. Выходите все из машин. Друзья. У меня сегодня день рождения. Это самый прекрасный день рождения в моей жизни. Мне не надо подарков и поздравлений. Я просто хочу, чтобы мы все сели у костра и посидели молча. Еще я хочу танцевать. Разрешите вас пригласить на танец? Воробушек, тебе нравится мое платье? Я не воробушек. Прости. Меня вызвали в штаб. И никто не знал тогда, что машина с японскими диверсантами уже движется к передовой. Только что начали передачу. Отвлекающая артподготовка через 20 минут. Ходы проделаны. Приступайте. С той стороны, товарищ командир, это обстрел. Продолжаем работу. На той стороне. Слушайте нас на той стороне. Что-то непонятное происходит. Это артподготовка, и ракет нет. Японские солдаты.
Надо вызвать охранение. А где Буров? Скоро вернется. Идите за охранением. Я не знаю дороги. Тогда я пойду, остаетесь за командира. Есть! Ну что, товарищ командир, давайте музыку. Давай! Степан Николаевич, включайте второй динамик. Хорошо. Прекращайте войну и возвращайтесь на родину. Неважно себя чувствую, товарищ командир. Ничего, ничего, не отходите от машин. Хорошо. Вам что, товарищ, сюда нельзя? Продолжайте передачу, я наш. Ялта, слушай. Вижу, понял. Володя. Что там у них происходит? Видимо, неисправность. Всем повернуться! Все готово. У нас убит водитель. Их водителя ко мне. Кто водитель? Ты? Замолчание, расстрел на месте. Ты поведешь первую машину. Вы хоть развяжите меня. Зайцев. Пленных в машину. Бери свой пистолет. Жить всем хочется. Майор, погоня! Занять оборону! Ложись! Погиб Алёша Зайцев, боевой водитель. Не надо плакать. Он умер, как герой, спас товарищей. Ему письмо пришло. Алексею Зайцеву, боевому водителю. Здравствуйте. С возвращением. Плохо нам было без тебя. Зайцев, да, погиб. Мне известно. Так. Как Цинцурен, не написала? Цинцурен здесь. Просто мы никак не можем встретиться. Красивое имя Цинцурен, похоже на звон колокольчика. Вот звездочка Зайцева. Взорвал себя вместе с машиной. Погиб. Кто бы мог подумать? Здравствуйте. Как чувствуешь себя? Хорошо. Плохо он себя чувствует. Выписывать не хотели. Ну, перестань. Хватит. Ты знаешь, ему письмо пришло. Может быть, я отвечу. Как ты думаешь, а? Пора. Ну... Счастливого вам пути. До свидания. Товарищ старший лейтенант, Тырху очень слаб.
Понятно. Пошли. Ну, пока. Пока. До свидания, Шура. Да. Спасибо за все. Да. До свидания. До свидания. Счастливо. Мой лучший ученик, разведчик. Я жалею, что остался в живых, господин полковник. Будете понижены в звании. Направляетесь в окопы. Мой лучший ученик. Банкет в честь дня рождения командующего. Выпьем? Вы чем-то огорчены? Банкет устроен в неудачное время. Японские солдаты, слушайте нас на той стороне. Слушайте нас на той стороне. Приближается время окончательного разгрома японской армии. Планы милитаризма терпят поражение, как будут терпеть поражение все несправедливые войны, затеянные военщиной. Ваши войска были разгромлены под Баринсаганом советско-монгольской армии. Офицеры струсили и бросили солдат на произвол судьбы. Этот разгром свидетельство беспомощности устремлений японских генералов и предательства офицеров. Японские солдаты! Японские солдаты! Слушайте нас на той стороне! Слушайте нас на той стороне! Бурова ко мне! Бурова к главкому! Ваша техника позволяет вести передачу сходу? Вполне, товарищ главком. Сразу же после артподготовки начнете. И будете вести передачу в ходе всего наступления. Ясно. И вот еще что. Надо вернуть Гелега в полк. Полк без командира. Товарищ маршал, без Гелега? Перестаньте, Буров. Вы хорошо разбираетесь в обстановке. Верно, товарищ Гелег? Так точно, товарищ главком. Принимайте полк. Желаю успеха. Спасибо, Павел. Наконец-то командир отряда дождался, что его назвали по имени. Насколько я понимаю, идем в последний бой. Жаль, Зайцев не дожил. Погиб. Подвиг Зайцева для меня не был неожиданностью. Неожиданность для меня совсем другое. Что же? Вы. Даже если нам придется расстаться, я не забуду вас. Вам не за что меня вспоминать, Павел. Я очень жалею об этом. Жалею, что не встретила вас раньше. Или такого, как вы. Это не признание в любви, это гораздо больше. Не смейтесь. Это скорее грустно. Может быть. Может быть, это и грустно. Какой тревожный и странный свет. Переправа. Подводный мост. Все, сейчас уезжаю. Пришел попрощаться. Ухожу в полк. До свидания, Гелик. Не будем прощаться. Просто до встречи.
что ты. Ничего с ним не случится, с твоим Гелегом. Дурачок ты. Это не мой Гелег. Это наш Гелег. Неважно. Прекрати реветь. А я и не реву. Надоело мне это. Я ж люблю тебя, а ты... Коля! Было утро 20 августа. Рассвет, тишина. В этот день началось генеральное наступление. Мой генерал, наши войска отступают. Господин генерал. Да, отступают. Слушаю. Слушаю. Господин генерал, 23-й и 16-й батальоны окружены. Мой генерал, окружает 8-ю дивизию. Господин генерал, 6-я дивизия окружена. Знаю. Что происходит, мой генерал? Они окружают всю армию. Это невозможно.
Господин генерал, машина подана. Да, да, сейчас. Глядитесь в лицо победы. Она бывает победой силы над силой или силы над слабостью. Наша была победой правды над злом. Мы все сделали для нее. Может быть, наши голоса были слишком слабыми. Но наступит день, когда люди крикнут, чтобы их услышали. Слушайте на той стороне. Слушайте нас все. Граница Монгольской Народной Республики достигнута! Товарищ комбриг, граница Монгольской Народной Республики достигнута! Советско-монгольские войска достигли границы! Насколько я понимаю, полное окружение противника – это конец. Товарищи, я поздравляю вас. Георгий Константинович, с победой. Вас также, товарищ Маш. Так и не узнали друг друга толком. Все некогда было. Война. Коля, Коля, ты слышишь? Пошли. Терху и Лена погибли. Взяли. Так. Хорошо. Кого-то хоронит. Да, в конце войны. Песню ветра поют ковыли. Не дождались. Не забывайте нас, Гелег. Собери сухие травы, ветви деревьев. Воин-водитель душ. Разожги костер. Протяни руки к пламени.
Вы уж там поосторожнее, как сами учили. Надо. Белоствольные наши леса снятся ночами матерей родные глаза. Что, друзья? Братья. И чудятся на ветрах голоса. Черные тучи, злая стая врага воронья. Черные тучи наползли на эти края. Разве можно жить в радости, если в горе друзья? Цифровое телесемейство Первого канала представляет. Ху ранен! Ранен Тырху! Баргута и Цахары, вы ранили своего брата! Слушайте теперь меня! Быстрее группу! Тампон! Тампон! Растяжку! Вторая группа! Какая группа? Какая группа, я спрашиваю? Вторая! У меня вторая. Ложись. Да не сюда, не сюда. Шура, я приказал всем выйти. Посторонним уйти. Начать переливание. Шура, вы наступили мне на ногу. Пульс. Пульса нет. Пульс? Нет пульса. Как самочувствие, старшина? Хорошее. Молодец. Пульс? Пульса нет. Ты знаешь, мне кажется, он умрет. Гилек, Воробьеву нужно пройти к Тырху. Хорошо. Потеря крови слишком большая. Санбайну. Здравствуйте, Шурочка. Здравствуйте, спасибо. Водитель Зайцев назад. Извините, товарищ майор, вы не знаете такого Тырху? Он носит очки. Может быть, и знаю. Если увидите, передайте Цинцурен здесь. Хорошо.
Нина Сергеевна, что у вас за настроение? Ранение Терху первое, потеря отряда. Я уверена, не последнее. Почему нет перебежчиков? Послушайте, командир, вам не кажется, что мы работаем впустую? Вы убеждены, что нас слушают? То есть как? Павел, разреши мне остаться с Терхом. Хорошо, мы за тобой заедем. Спасибо. Озадачили вы меня. Интересно. Удивительная доброта, почти нежность при внешней суровости. Между прочим, кадровый военный. Рыбаку. Агилеги. Нина оказалась не права. На следующий день мы узнали, что Баргутский батальон перешел на нашу сторону. Мы смотрели на идущих, еще не веря, что это победа. Но это была победа. Наша победа. Как вы могли у Байнсагана проглядеть целую танковую бригаду? Вам не жарко? Наоборот, холодно, генерал. У меня лихорадка. В частях баргутов и манчжур участились случаи дезертирства. Мой генерал, с той стороны усилилась пропаганда. Русские забрасывают листовки, а теперь еще голоса. Эти голоса раздаются в различных участках фронта. Странно. Появились танки, эти голоса теперь. Мой агент с той стороны доложил о появлении двух машин непонятного назначения. Я усматриваю связь между звуком танков и этими голосами с той стороны. Опасные голоса. Да. Займитесь ими, полковник. Слушаюсь, мой генерал. Я недоволен вашей работой. Скучные лица у солдат. Совершенно верно. Но на основном направлении, в 149-м полку, разведка действовала хорошо. Судя по донесениям командира полка майора Ремезова, 19 и 20 августа все младшие и средние чины у японцев должны получить воскресный отпуск. Значит, два дня на фронте будет тишь и благодать. Это надо как-то использовать. Слушаю. Чойбалсан. Несомненно. Подготовьте материалы, выносите на заседание Совета Министров. Звонили из Улан-Батора. Народно-хозяйственный план на будущий 40-й год. Вот закончим операцию и займемся им. Значит, товарищ Чойбалсан, начнем в ночь на 20-е. Согласны? Ждать больше нельзя. Решено. Нам, кажется, удалось скрыть подготовку к наступлению. Кстати, командирам, производящим рекогносцировки, надо выезжать только в красноармейской форме. Но рельеф местности крайне тяжел для наступающих войск. Крайне. Да, операция будет нелегкой. И многое теперь зависит от внезапности. Но я считаю, что она продлится не более 10 дней. Если, конечно, не возникнет никаких непредвиденных трудностей. Знаете, о чем я сейчас подумал? То, что происходит здесь, на Халкинголе, это только генеральная репетиция к большой войне. Возможно, к мировой. Рим, Берлин, Токио. Да. Разрешите доложить? Да.
Прибыли представители родов войск и член военного совета. Просите. Печатать в одном экземпляре без копирки. Есть, товарищ главком. Зайцев, Алеша! Тебе письмо пришло! Где оно? Там! Айду! Алеша письмо молодец получил! Воробьев, Алеша письмо получил! Как, идет? Кому еще письма, Тарху, есть? Нет, только Алеш. Айду! Опять не выспимся, работу саперов изображаем, кавалеристам звук танков, два обращения, да, ужасная ночь. Вам бы актрисой стать. Я и хотела. Вы идите, идите, редактируйте, я сама развешу. И вообще меньше надо собой заниматься, вы ведь на фронте. Послушайте, Нина, ну что вы все время ко мне придираетесь? Настя, вешайте, пойду работу закончу. Письмо пишите? Мне некому писать письма, товарищ командир. Я обращение отправлю. Я в штаб. Опять задание. Не успеем. Успеем. Должны успеть. Работы много. Отряд один. Зато какой отряд? Письмо получил. Ну что ж, совсем одна? Совсем одна. Сама виновата. Характер неуживчивый. Ну, почему же? Характер нормальный, женский. Сколько вам лет, товарищ? 100. Вернулся из Испании. Пустая квартира, пыльные шляпки жены. И понял, что мне 100 лет. Зачем же так мрачно, товарищ командир? Пожалуйста, не называйте меня командиром. Командир я только в строю. Для меня вы всегда в строю. Баргуды и манжуры, слушайте быстрее нас! Быстрее заканчивайте передачу! Отбирайте листовки, которые мы вам бросали. Они послужат вам пропуском, если вы захотите перейти на нашу сторону. Листовка, накопанная на штык, сохранит вам жизнь. Кончайте войну, навязанную вам. Слушаю, господин полковник. Это по вашей части. Сатоми, опять вы здесь? С этим надо кончать. Поедете в Харбин, найдете проводника. Создадите группу. Отряд захватить или уничтожить. Выполняйте. Будет исполнено, господин полковник. Угу. Братья Баргута и Цахары, до каких пор будет вестись это братоубийственное... Это здесь. Русский работает топером. Вы его сразу увидите, за роялем. Понял. Зачем ты мучишь птицу каждый день? Понял, что они нас раскусили, и мне пришлось бежать через дымоход. Очевидно, это тот самый отряд, который вы хотите уничтожить. У них две крытые машины. Возможно.
Рада видеть уважаемых гостей. Погода плохая. В плохую погоду здесь сыро. Трубки, девушек. Где пианист? Только не этот, другой, с красивым лицом. Все русские на одно лицо. У пианиста контракт, мне надоели его постоянные исчезновения. Я думала, вы пришли отдохнуть. Это его девушка, и обоза где-нибудь здесь. Прелестная китаянка. Вам нравятся наши девушки? Где Обозов? Я спрашиваю, где Обозов? Откройте. Сюда нельзя, здесь гости. Откройте, я сказал. А, майор Сатоми, и вы здесь. Он тут? Открывайте. С вашим лицом. Ничего. Догадываюсь, зачем вы пришли. В последний раз я еле унес ноги. Расскажите о машинах, которые вы видели на той стороне. Две машины, крытые брезентом. Все верно, те же машины. Нам нужен проводник. Сочувствую. Только проводник. Почему именно я? Потому что вы видели эти машины. И вы русский. Нам нужен человек в красноармейской форме. И кроме того, ваш вид на жительство кончился неделю назад. Его могут не продлить. Курите? Нет. Снижает тонус. Когда ехать? Сейчас. Только утром. Прошу извинить. Куда заехать? Сюда. Быть готовым к 6. Не пить, не курить, выспаться. Мы не знали тогда, что японская разведка занялась нами всерьез. На фронте стояло затишье. Так его что же? Под водой строить будут? Мост стоит? Под водой. И совсем не видно? Совсем. Подводный мост, маскировка. А как же ехать-то? По ориентиру. Это хорошо, за колонной проехать можно. Первые поедем. Как первые? Товарищ Глеб, это пусть Лужков едет. Он человек опытный, сверхсрочник, а я что? А ты не трусь, подъедем к мосту, сам за руль сядем.
Да. У вас прав водительских нет. У меня есть обязанности. Нина Сергеевна, у меня к вам разговор интимный. Интимный? Вряд ли я смогу вам помочь, Коля. Глушков, осторожней! И так осторожно, товарищ командир. Мне необходимо совершить подвиг. Войдите в мое положение. Тырху вел передачу раненый. Глушков отдал кровь. А я что? Вот убьют, тогда она поймет. А если не убьют? Удивляюсь я вам, Нина Сергеевна. Вот вы женщина, а я, простите, вас в платье представить не могу. Я не ношу платье в Коле. Товарищ командир, помните, вы мне флягу подменили? Когда колодцев-то не было? Я ведь заметил. Пить очень хотелось. Вы простите. На фронте затишье. Середина августа. Весь день шел дождь. И к вечеру он усилился. Товарищ командир, похоже, что заблудились. Да нет. Там что? Должны быть развалины. Чуть в сторону взяли. Останови. Ну что ты скажешь? Опять прокол. Что случилось? Да вот, спустила. Латанные, перелатанные от осколков. К утру должны быть на месте. Если дождь кончится, часа за два доедем. Выходите все из машин. Друзья. У меня сегодня день рождения. Это самый прекрасный день рождения в моей жизни. Мне не надо подарков и поздравлений. Я просто хочу, чтобы мы все сели у костра и посидели молча. Еще я хочу танцевать. Разрешите вас пригласить на танец? Воробушек, тебе нравится мое платье? Я не воробушек. Прости. Меня вызвали в штаб. И никто не знал тогда, что машина с японскими диверсантами уже движется к передовой. Только что начали передачу. Отвлекающая артподготовка через 20 минут. Ходы проделаны. Приступайте. Какой стороны, товарищ командир!
командир, это обстрел. Продолжаем работу. На той стороне. Слушайте нас на той стороне. Что-то непонятное происходит. Это артподготовка, и ракет нет. Японские солдаты. Надо вызвать охранение. А где Буров? Скоро вернется. Идите за охранением. Я не знаю дороги. Тогда я пойду, остаетесь за командира. Есть! Ну что, товарищ командир, давайте музыку. Давай. Степан Николаевич, включайте второй динамик. Хорошо. Прекращайте войну, возвращайтесь на родину. Неважно себя чувствую, товарищ командир. Ничего, ничего, не отходите от машин. Хорошо. Сюда нельзя. Продолжайте передачу, я наш. Ялта, слушай. Вижу, понял. Володя. Что там у них происходит? Видимо, неисправность. Всем повернуться. Все готово. У нас убит водитель. Их водителя ко мне. Кто водитель? Ты? За молчание расстрел на месте. Ты поведешь первую машину. Вы хоть развяжите меня. Зайцев. Пленных в машину. Бери свой пистолет. Жить всем хочется. Альт! Майор, погоня! Занять оборону! Ложись! Гони! Погиб Алёша Зайцев, боевой водитель. Не надо плакать. Он умер, как герой, спас товарища. Ему письмо пришло. Алексею Зайцеву, боевому водителю. Здравствуйте. С возвращением. Плохо нам было без тебя. Зайцев да, погиб. Мне известно. Так вот. Как Цинцурен, не написала? Цинцурен здесь. Просто мы никак не можем встретиться. Красивое имя Цинцурен, похоже на звон колокольчика. Вот звездочка Зайцева. Взорвал себя вместе с машиной. Погиб. Кто бы мог подумать? Здравствуйте. Как чувствуешь себя? Хорошо. Плохо он себя чувствует. Выписывать не хотели. Ну, перестань.
Хватит, хватит. Ты знаешь, ему письмо пришло. Может быть, я отвечу. Как ты думаешь, а? Пора. Ну, счастливого вам пути. До свидания. Товарищ старший лейтенант, ты очень слаб. Понятно. Пошли. Ну, пока. Пока. До свидания, Шура. Спасибо за все. Да. До свидания. До свидания. Счастливо. Мой лучший ученик, разведчик. Я жалею, что остался в живых, господин полковник. Будете понижены в звании. Направляетесь в окопы. Мой лучший ученик. Банкет в честь дня рождения командующего. Выпьем? Вы чем-то огорчены? Банкет устроен в неудачное время. Японские солдаты, слушайте нас на той стороне. Слушайте нас на той стороне. Приближается время окончательного разгрома японской армии. Планы милитаризма терпят поражение. Как будут терпеть поражение все несправедливые войны, затеянные Волынщиной. Ваши войска были разгромлены под Баринсаганом советско-монгольской армии. Офицеры струсили и бросили солдат на произвол судьбы. Этот разгром свидетельство беспомощности устремлений японских генералов и предательства офицеров. Японские солдаты! Японские солдаты! Слушайте нас на той стороне! Слушайте нас на той стороне! Бурова ко мне! Бурова к главкому! Ваша техника позволяет вести передачу сходу? Вполне, товарищ главком. Сразу же после артподготовки начнете. И будете вести передачу в ходе всего наступления. Ясно. И вот еще что. Надо вернуть Гелега в полк. Полк без командира. Товарищ маршал, без Гелега? Перестаньте, Буров. Вы хорошо разбираетесь в обстановке. Верно, товарищ Гелег? Так точно, товарищ главком. Принимайте полк. Желаю успеха. Спасибо, Павел. Наконец-то командир отряда дождался, что его назвали по имени. Насколько я понимаю, идем в последний бой. Жаль, Зайцев не дожил. Погиб. Подвиг Зайцева для меня не был неожиданностью. Неожиданность для меня совсем другое. Что же? Вы. Даже если нам придется расстаться, я не забуду вас. Вам не за что меня вспоминать, Павел. Я очень жалею об этом. Жалею, что не встретила вас раньше. Или такого, как вы. Это не признание в любви, это гораздо больше. Не смейтесь. Это скорее грустно. Может быть. Может быть, это и грустно. Какой тревожный и странный свет. Переправа. Подводный мост. Все, сейчас уезжаю. Пришел попрощаться. Ухожу в полк. До свидания, Велик.
не будем прощаться. Просто до встречи. Ничего с ним не случится, с твоим Гелегом. Дурачок ты. Это не мой Гелег. Это наш Гелег. Неважно. Прекрати реветь. А я и не реву. Надоело мне это. Я ж люблю тебя, а ты... Коля! Было утро 20 августа. Рассвет, тишина. В этот день началось генеральное наступление. Павел Павлович, все в порядке? Ага. Все в порядке. Как у вас? Нормально! Невозможно работать, комары! Молчат. Почему молчат? Разгадали? Ну, вряд ли. Слушаю, товарищ командир! Ай! Глаза! Глаза! Землей засыпало! Спокойно! Спокойно! Возьмите себя в руки! А ну-ка! Вот и все. Аппаратура была цела. Если бы не степной буран, наш дебют можно было считать удачным. Со временем мы привыкнем и к буранам, и к пыльным бурям. В ту ночь после первого обстрела мы решили переждать непогоду. Поехал! Загоняй машины во двор! Давай, давай, поехал! Здесь кто-то есть, чьи-то лошади. Пойду посмотрю. Кто такие? Будем поклоняться и прославлять, уничтожим здесь. Везу больного отца Вандерхан. Чем болен отец? Этого никто не знает. Там все написано. Рад видеть добрых путников и предложить ему укрыться от ветров. Отцу, наверное, стало лучше. Выйдите из комнаты. И вы тоже. Что думают путники о большой войне? У путников более скромные мысли. Они думают о мире. Ну что? Сыновняя почтительность хранит мир. Государство – семья. Мы – дети ее. Дети покорны, семья спокойна. Отец безумен. Древние философии смешались в его голове. Не нравятся мне эти люди. Гелегу видней. И буран не унимается. В походной аптечке есть валерьянка. Ваша ирония неуместна. Тревожная ночь. Таких ночей будет много. Но это первое. Так дело пойдет, товарищ командир, никакой резины не хватит. Осколки ночью голубым светятся. Не подумай, что опасно. Танки вброд цела. Как у вас дела, лейтенант? Все в порядке, товарищ батальонный комиссар. Забивание кольев в трещину. Вальс на сопках Маньчжурии цела. Так все пластинки перебьют. Лена. Отставить. Проезд колонны грузовиков цела.
Обыкновенная ночь, капитан Осипенко. Советую вам отдохнуть. Берем самого умелого из всех людей. Будем преклоняться и прославлять, уничтожим 10 вшей. В каждом из нас эти вши – любовь и добродетель, гуманность и бескорыстие, и потом исполним волю его и то, что повелел он нам беспрекословно. Плохие слова. Легийский трактат и конфуцианская философия. Я поняла. Возьми. Мой отец дарит тепло. Он не желает вам зла. Те, кто желает зла, держат язык за зубами. Эта женщина врач? Нет. Мне не нравятся эти люди. Почему они здесь? Плохие люди. Гелек! Гелек! Лужко, фары! В чем дело? Фарид набросил на очаг халат и скрылся. Ой, через дорогу! Фарид! Не стрелять! Мать честная, перерезали бы всех ночью. Старика мы так и не поймали. Буря утихла. Мы сдали пленного и вернулись в лагерь. Ты где воевал? В Испании. Год прошел, вот опять. Товарищ командир, чайку. Соскучился я по полку. А он где-то здесь воюет. Вечный воин. Я и живу в полку. В каких частях ты в Испании был? Всюду пришлось. Советником был. И в штурмовой бригаде. Я не сплю. Трудно нам будет. Отряд не обстрелянный. Почему? Осипенко орден имеет. Павел, жена у тебя есть? Погибла в Мадриде. Радист. Извини. Собери сухие травы, обломки веток и сучьев. Воин, водитель душ, разожги костер. Протяни руки к пламени. Что это? Старинное монгольское слово «другу». С этого дня мы выезжаем на задание каждую ночь. Все задания отличаются лишь одним. Больше или меньше нас обстреливают. Начинаем привыкать. Вчера изображали звук танков, сегодня переброску колонны машин. А настоящие танки, техника и войска еще только движутся к фронту. Пока их мало. Мало, чтобы победить врага. И мы работаем. Мы должны выиграть время. Однажды меня вызвали к главкому. Поздравляю вас с успешным выполнением задания. Благодаря вашей операции противник сосредотачивает силы на выгодном для нас участке. Эффект от вашей операции оказался большим, нежели мы ожидали. Потери есть? Нет, товарищ главком, аппаратура повреждена. А вот листовки, которые вы будете передавать, не очень удачны. Они должны быть более простыми и доступными. Поговорите с пленными. Понял вас. Товарищ Буров, берегите себя и людей. Я думаю, товарищ Буров это понимает. Так же, как должен понять и то, что задание особое. Я понял это, товарищ главком. Да, но их отряд сейчас просто незаменим, особенно сейчас. Прошу вас учесть еще одно обстоятельство. Отрядом
заинтересовалась контрразведка противника. Имейте в виду, за вами будут охотиться. Скажите это Гелегу. Есть. Разрешите идти, товарищ маршал? Идите. Я могу быть свободным. Можете. Нас ждут начальники штабов. А потом я мечтала стать балериной. Не пропускала ни одного спектакля в театре. Мне все время снились аплодисменты. Я танцевала, танцевала во сне. А мечты не сбываются никогда. Он стоит, Воробьев, смотрит на нас и мечтает. Наверняка о вас мечтает. Пусть мечтает. О каждом из нас кто-нибудь мечтает. И о вас тоже. Обо мне мечтает мой полк. Я ведь тоже не думал, что стану военным. Хотел рисовать степь, закат, быстрых лошадей. Вот уж, не думала, стремительный Гелег, и вдруг художник. Вы даже в штатском всегда будете казаться военным. Ну, а вы даже в форме похожи на балерину. Лошадь без всадника. Да, лошадь воина. Куда же она теперь? Лошадь всегда находит свой дом. Заждался ваш воробушек? Да это вовсе не мой воробушек, Гелег. О чем вы задумались, Терху? Почему нет письма от Цинцурена? Ничего, напишет. Ночью имитируем саперные работы в расположении 23-й бригады. На рассвете передача обращения. Я знаю. Между прочим, могли бы попросить. Спину пришили, а гимнастерку стирать пора. Некогда. Воротничок пришить некогда, стирать некогда. Неорганизованный вы человек, товарищ командир, а людей дисциплине учите. Что же вы не сказали, что были в Испании? Как я туда стремилась? Не пустили. Гвадараха, Мадрид. Когда мы отступали, я не думал, что уходим навсегда. Шел и плакал. Понимаете? Плакал. Это были лучшие дни моей жизни. Когда-нибудь и Холхенгол мы будем вспоминать как лучшие дни нашей жизни. Здравствуй, Курносик. Пишу перед выездом. С монгольским приветом к тебе и всему коллективу. Жив-здоров. Монголия страна большая, вроде поля, без травы. Люди здесь симпатичные, а по Москве скучаю. Жениться все еще хочу. Но кандидатур, кроме тебя, нет. Вожу монгольского командира. Ко мне прислушивается. Дороги здесь хорошие, куда ни едешь, все дорога. Баэрта, что по-монгольски, до свидания. Я ухожу в полк. Это мои солдаты. И
Я обязан быть с ними. Товарищ майор, мы должны выполнить приказ. Вы хотите сорвать задание? Хорошо. Догоните его. Найдите хоть пару человеческих слов. Это его солдаты. Нехорошо, комиссар. Не учите меня. Подождите. Вы же кадровый военный. Я прежде всего человек. Пойдемте. Нас уже ждут в машине. Было начало августа. Стояла жара. С этого дня мы начали передачу обращений к противнику. Новое, незнакомое дело. Мы подъезжали совсем близко к окопам врага. Это был большой риск. Братья Баргуты и Цахары, слушайте нас! Баргуты и Цахары, слушайте нас! Монгольский народ не хочет войны! Война не нужна ни вашему народу, ни нам! Сохраняйте наши листовки! Накалывайте их на штыки винтовок! Это будет служить пропуском при переходе к нам! Японские солдаты! Японские солдаты! Слушайте нас на той стороне! Слушайте нас на той стороне! Возвращайтесь на родину! Вас посылают... Диктор! Диктор противника! Сколько идет передача? Уже 20 минут. Женский голос. Это что-то новое. Сатоми, почему вы опять пришли на позицию? Да. Он постоянно появляется пьяным, господин полковник. Как настроение в баргутских частях? Настроение хорошее, господин полковник. Это не так, настроение сомнительное. Читают листовки, слушают этот голос. Эй, Азимут! Азимут! Заменить не работает, а слушает. Неужели их так трудно накрыть? Они постоянно меняют свои позиции, господин полковник. Слушайте! Слушайте, Баргуты и Сахары! Слушайте нас! Что стороне. У тебя? Разбились очки, придется рыснуть! Продолжай! Хорошо! Война не нужна, слишком близко взрывы невозможно работать! Сейчас не будет слышно ничего! Глушков, прибавь обороты! Алло, форсаж! Это будет служить пропуском, что переходит нам! Аппаратура перегрелась, я выключаю! Зайцев! Звук! Пропал звук! Проверить линию! Сейчас! Thank you.
Прошло много лет с тех пор, как я не был здесь. Это Халхин-Гол. Река у восточной границы Монголии. Тишина. Она настораживает меня до сих пор. В 39-м здесь шло кровопролитное сражение. Это было давно, но память всегда возвращает меня к тем далеким дням. Мир рушился. Пала республиканская Испания. Японские милитаристы вторглись в Монголию. Началась необъявленная война. На помощь братскому народу день и ночь шли подкрепления из Советского Союза. Я вернулся из Испании год назад и был послан в Монголию командиром особого секретного отряда. Я хорошо помню, как тогда, в 39-м, машины неслись по Подмосковному шоссе. Товарищ комкор, прикажете начинать? Волнуется, Николай Петрович? 39-й год для меня счастливый. Давайте начнем. Есть. На вышке готовы? Готовы, товарищ комдив. Экипаж, за мной. Буров здесь? Здесь, товарищ комкор. Попросите ко мне Бурова. Слушаюсь. Товарищ комкор, батальонный комиссар Буров явился по вашему приказанию. Одну минуточку, товарищ Буров. Соедините меня со вторым. Есть. А почему не стреляют? Стрельба со второго захода. Не на прямой передаче идут? Да, товарищ комкор. Прошу вас. Спасибо. Товарищ Буров, вас информировали в наркомате о положении на монгольской границе в районе реки Халхин-Гол. Только в общих чертах, товарищ комкор. Провокации на границе. Неизвестно, чем эти провокации кончатся. Вот ваш отряд. Осторожно! Не зашибли, товарищ командир! Ничего. Пишем снова. Убери высокие. Еще раз! Развернись и... Развернись и ближе! Внимание, развернуться и подойти ближе. Пишем снова на исходную позицию. Ой, только не суйте, воробушек. Я вам не воробушек, я вам товарищ командир Воробьев. Ну какой ты командир? Командир не ты. Вон где командир, видишь? Вот один из них командир. Товарищ Буров. Да? Учтите, звук новых моделей резко отличается от существующих. Еще разок, товарищ командир! Давайте.
Ваш отряд может сыграть очень большую роль, особенно до подхода главных сил. Вы меня понимаете? В общем, понимаю, товарищ комкор. Константин Васильевич, не волнуйтесь, все будет отлично. У нас несколько иное ощущение. Отлично, отлично все будет. Вы назначаетесь не только командиром, но и комиссаром отряда. Работать придется в условиях постоянного риска. Личный состав укомплектован. Переводчик с японского присоединится в Иркутске, Сергей Иванович. По прибытии на Халхин-Гол обратитесь к бригадному комиссару Николаеву. И еще раз. Полная секретность. Отряд примите на погрузки. Желаю успеха. Спасибо, товарищ комкор. Платформа с вашими грузовиками, да? У меня секретный груз. А у меня весь эшелон секретный. Пока все вагоны не загрузите, я... Отряд, становись! Пока все вагоны не загрузите, я разрешения не дам. Равняйсь! Смирно! Товарищ батальонный комиссар, спецотряд выстроен. Старший техник лейтенант Воробьев. Больно. Больно. Они оглохли, товарищ командир. Всю ночь аппаратуру испытывали. Это пройдет. Рядовой Зайцев, мобилизован из первого таксомоторного. Гимнастерку известью травили для форсу. Так точно, товарищ командир. Сменить гимнастерку. Старшина Глушков. Сверхсрочно. Так точно. Техник лейтенанта Зерцова. Имя? Лена. Батальонный комиссар Буров. Из Пуры сообщили о вашей просьбе взять дополнительного оператора. К сожалению, это невозможно. Техник лейтенанта Зерцова и я единственные специалисты в этой аппаратуре. Отправление в 23:40. Никаких провожающих. Для родных длительная командировка. Сбор в 23:00. Продолжайте работать. Ну как тебе, командир? Воробушек? Я вам не воробушек. Сколько раз повторять? Водитель Зайцев! Сменить гимнастерку. Мы проехали две географические зоны, Европу и Азию. В вагоне я познакомился с капитаном Осипенко. Простите. Разрешите помочь? Спасибо, не надо. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищ. Очевидно, кто-то собрался на бал. Капитан Осипенко, откомандировано ваше распоряжение. Буров, садитесь, пожалуйста. Спасибо. Что вы так смотрите? Знакомлюсь. Вот мои документы. Я их знаю. Так, значит, еще одна женщина в отряде. А вы что, жена ненавистник? Почему же? Просто мне никогда не приходилось командовать женщинами. Учитесь. Это может пригодиться в мирных условиях. Вы так полагаете? Конечно. Воробьев. Слушаю вас. Проводите капитана Осипенко. Спросите, не желает ли капитан чаю. И вообще, проявите галантность, ясно? Так точно, товарищ батальонный комиссар. Спокойной ночи, капитан. В этих машинах уникальная звуковая аппаратура. Что бы ни случилось, она должна быть цела. Водитель Зайцев повесил на ветровое стекло звездочку. На счастье. Я не верю в приметы, но мысленно пожелал счастья Зайцеву и всем нам. Мы доехали до границы Монголии и двигались потом до Улан-Батора без остановки.
За границу. За границу. Дождь, ничего не видно. Подряд! Свидание, Родина. Прошу учесть. Разница во времени 5 часов. Открыт! Шагом! Марш! Закрыт! Братья и сестры, внешней Монголии, возвращайтесь все обратно на юг. Возвращайтесь. Брось это. Идем куда шли. Кочевники идут дальше. Так, понял. Перед моей школой вчера зенитку поставили. Их сейчас везде ставят. Ваши мысли далеко. У меня каникулы. Скучно. Дети давно разъехались. Поговорите со мной. У вас есть дети? Много, целый класс. Вы стали совсем рассеянным. Совсем стал рассеянным. Вчера очки оставил. Что пишут в старинных книгах Тархагуа? История монголов, баргутов, манжур. Познаете души народов? Как звучит слово «цветок»? Слушаю. Цветок? Да. А на каком языке, Цинцурен? Тырху. А, да. Слушаю. Тырху. Хорошо. Что случилось? Ничего. У вас другие глаза. Меня вызывают в военкомат. У вас броня, Тархугуа. Вы ученый. Вся наша страна воюет. Значит, и я понадобился наконец. Но вы же не годитесь для войны. Вы не вернетесь. Оставьте мне все это. Я сохраню. Вы хорошая девушка, Цинцурен. С первых чисел мая японские милитаристы продолжали постоянные провокации на восточной границе в районе реки Халхин-Гол. Провокации сопровождались нарушениями границы и боевыми действиями. Монгольские части совместно с советскими соединениями ведут боевые действия против частей японской армии и входящих в ее состав баргутских подразделений.
На сегодняшний день японским захватчикам удалось форсировать реку Толстый Вол, закрепиться на ее западном берегу. Ведутся ежедневные бои в воздухе с превосходящими силами авиации противника. Кавалерийские части монгольской армии и моторизованные соединения во взаимодействии с пехотой отражают беспримерным мужеством атаки превосходящих сил противника. Весь монгольский народ вместе с пришедшими к нему на помощь советскими войсками стал на защиту своей земли. Что ты мне предлагаешь? Какой отряд? Спецотряд. Ю, у меня же кавалерийский полк. Пойми, я привык шашкой воевать. Не пойду. Под трибунал пойдешь. Здравствуйте. Вы товарищ Дорж Сурен? Полковник Дорж Сурен. Знакомьтесь, переводчик отряда Тарху. А это ваш начальник. Очень приятно. Разрешите? Да, пожалуйста. Командир отряда батальонный комиссар Буров. Полковник Дорж Сурен. Оператор Воробьев. Оператор Озерцова. Капитан Осипенко, переводчик. Майор Гелек. Много лет служил на восточных границах. Кончил академию в Москве. Знает баргутский, цахарский. Отрядный переводчик Тарху. Ученый, знает языки, быт, нравы. Насколько я понимаю, будем работать вместе. Осипенко. Тарху. Майор Гелек очень рад новому назначению. Мне еще не приходилось командовать женщинами и учеными. И мне тоже. У нас мало времени. Коротко положение на фронте. Здесь японские позиции на восточном берегу Халхин-Гола. Это позиции наших войск. Это Хамардаба, это Тамцак-Булак. Вот место вашей основной стоянки. Госпиталь, штаб, типография, ремонтные мастерские. Основные части еще в пути. Работа вашего отряда особенно необходима именно сейчас. Теперь уточним маршрут. В интересах безопасности отряд должен миновать населенные пункты. Здесь отделяется от колонны, идет по тропам. Но Гелек знает все. Начальник штаба, доложите обстановку. Противник пытается закрепиться у высоты Фуи. Наше превосходство. В пехоте 10 к 1, артиллерии 3 к 1, танки 2 к 1, авиации 3 к 1. Начальник снабжения. Боеприпасами и горючим обеспечены полностью. Заканчивается подвоз леса. Начальник разведки. Агентура приступила к действию. Используются русские мигранты, устанавливаются ложные ориентиры, отравляются колодцы. Полагаю, что каждый из присутствующих понимает ответственность задачи и выполнит свой долг. Военная операция должна быть проведена скрытно и стремительно. Все. Эриас Артангар Гадавтар
Что тут только лошади едят зимой? Это девушка, оператор. Как ей имя? Лена. Незамужняя, кстати. Я об этом не спрашивал. Воробушек за ней ухаживает. Кто это Воробушек? Второй оператор Воробьев. А, да-да. Держись за руль. Это точно. А на Арбате газировка шипучая, со льда. Вы давно знаете Бурова, командира? Совсем не знаю. А что? Нет, ничего. Тормозите. Я сяду за руль. Прошлое – неиссякаемый родник познания. Из этого родника все пьют ту воду, которой они достойны. Неужели тебе не хочется пить? Прости, вода кончилась. Товарищ командир, вода! Колодец, вода! Пусти меня! Скорее, пусти меня! Давай, не пейте! Пил? Да. А ты? Нет. Вода отравлена. Товарищ командир, а в радиатор это можно? Ускорение. Эх. Интересно, кто же это постарался? Диверсанты. Как зовут тебя? Айдов. Откуда? Гнал скот в армию. Отец заболел, сам гнал. Теперь домой ехал. Нужна вода. Поможешь нам? Дым видел. Недалеко. Может, кочевье. Хорошо. Поедешь с нами. Покажешь. Пойдем. Пойдем, пойдем. Вчера убили моего внука. С самолета убили. Внука у него убили. Пожалуйста, спасибо. И наши сыновья ушли. И вы идете воевать. А эти женщины тоже воевать будут? Да, будут. Всем придется воевать. И русские братья пришли на помощь. Пусть наша земля будет им родной. И если кто из русских братьев погибнет,
Мы накажем внукам и правнукам нашим вечно помнить о них. Это будет наш долг стариков. Больше мы ничем не можем помочь. Спасибо. Спасибо, мы тронуты вашими словами. Мы знали, что едем к друзьям. Угу. Спасибо вам. Нам пора ехать. Да. Счастливой дороги. Удачи вам на войне. Выходите. Так, прибыли. Товарищ Буров? Так точно. Я Николаев. Немедленно задание. Это невозможно. Водители не спали двое суток. Приказ главкома. Майор Гирек. Слушаю. Здесь район песчаных сопок. 3 километра левее расположения 2-й кавалерийской бригады. Вас встретят. Задание получите на месте. Ясно. Люди измучены. Приказ главкома. Немедленно выезжайте. Гирек, стройте людей. Отряд, стройся. Выезжаем на задание. Дайте людям хотя бы час отдыха. Капитан Осипенко, разговоры. По машинам. Так мы выехали на наше первое задание. В небольшом чемодане с пластинками помещалась вся мощь армии. Гул сотен танков, рев самолетов. Помню, как в штабе только улыбались, спрашивая: «Роту танков изобразить сможете?» Я ответил: «Сможем и батальон». «Приступайте». И мы приступили. Пора. Готов. Как у вас, Озерцова? Я готова, товарищ командир. Девочка, если кто-нибудь вам скажет, что не боится смерти, не верь. Принимая огонь на себя, мы спасем сотни солдатских жизней. Гилек и я всегда рядом. Я знаю, полковник. Спокойно, спокойно, Зайцев. Дать звук! Танки на той стороне. Знаю. По данным авиаразведки, ближайшие танковые части в двухдневном марше отсюда. Давно идут? Давно. Не меньше батальона. Если они начнут наступление... Усилить наблюдение. Слушаюсь. Алло. Да. Господин полковник, танки на той стороне. Сатоми, почему вы здесь? Да. Ухожу, ухожу. Да? Непонятно, откуда же здесь танки? Разведчик, мой лучший ученик, не должен задавать таких вопросов. Приказано начать обстрел. Да. Я в штаб. Продолжайте наблюдение. Слушаюсь. Да. Совершенно непонятно.